Отнесение мощей Сергия Радонежского в Рязанскую землю совпало с кануном церковного новолетия, а также с годом 600-летия преставления или смерти святого. Преподобный Сергий приезжал, причастник, там, в Рязанскую землю усмирить князей, так и вот сейчас в смутное, в такое тяжелое время для страны мощь преподобного Сергия привозит в землю Рязанскую, и по всей земле русской будут они путешествовать. То есть это большая радость. Преподобного Сергия Радонежского почитают как заступника наряду со святителем Николаем. Этот святой крайне близок по духу русскому человеку, потому и обращаются к нему за помощью. В нашем городе Сергий Радонежский бывал. Свидетелем его пребывания остается Троицкий монастырь. Событие это имеет не только духовное, но и историческое значение. Мы будем стараться, наверное, молиться и надеяться, что преподобный Сергий в такие достаточно непростые времена укрепит, даст нам мудрость, даст нам правильность мыслей, решений и наших каких-то бытовых вопросов. Ковчег с частицей мощей святого будет находиться в Успенском соборе нашего города 2 дня, сообщает Рязанская епархия РПЦ. Сообщая о том, где и когда увидеть святыню, поклониться мощам, священнослужители также опубликовали расписание богослужений в дни пребывания ковчега. Каждые 1,5 часа с 9:30 до 15:30 проходит молебен с пением акафиста. В 17:00 начинается вечернее богослужение. 14 сентября божественная литургия начнется в 7:40 утра, а проводы святыни с чтением молитвы преподобному Сергию запланированы на 18:40.